Привет, добро пожаловать в «Дурное влияние». Мы начинаем Новый год с ознакомления с новейшим форматом. Программное обеспечение на компакт-диске. Наш главный обзор на этой неделе – великолепно выглядящее эхо дельфина на Мега Драйв. И я объясню, как мощные компьютеры можно использовать для манипулирования реальностью. Ну, во-первых, есть только одна игра, настолько хорошая, что она появляется практически в каждом формате. Есть какие-нибудь идеи, что это за игра? Она впервые появилась на Амиго в 1991 году. Она полностью оригинальной и начинается с того, что у маленьких метательных существ есть суицидальные наклонности. Это, конечно же, лемминги. Это оригинальная версия на Амиго. И все они падают из этого люка в потолке, и вы должны безопасно отвезти их домой к этой двери в правом нижнем углу. Теперь, когда они находятся в своем первом состоянии, они просто идут, входят во что-то и выходят из чего-то. Так что вы должны дать им разные навыки. Я превратила эту машину в экскаватор, так что вы можете копать, и они смогут вернуться домой, и этот уровень очень легкий, потому что это первый. Но в более поздних играх вам нужно будет использовать все различные навыки, чтобы выбрать правильный путь. Например, вы можете превратить их в поплавки, чтобы они спускались с высоты, или карабкались вверх, чтобы перелезать через предметы. Или вы можете сбросить на них ядерную бомбу. Вы просто нажимаете на это, и у вас есть обратный отсчет в 5 секунд. 3, 2, 1. Он гнилой, не так ли? Это тот же уровень спектра, который является гораздо более старым и простым компьютером, чем Амиго. Но все необходимые элементы налицо. Однако, к сожалению, в этой игре нет мыши или джойстика. Я должен перемещать курсор с помощью клавиш на клавиатуре, а затем назначать навыки леммингом, нажимая другую клавишу, которую я буду использовать большим пальцем, чтобы сделать его таким копателем. Очевидно, что графика довольно ограничена, и цветов тоже не так много, с которыми можно поиграть. И в то время как в других версиях Lemmings вас могут попросить разобраться с 80 или 100 на некоторых более продвинутых уровнях. В этой игре вас никогда не попросят разобраться с более чем 20. На самом деле, это мой предел. На самом деле, я действительно согласна с этим. Леммингам тоже нужна экономия на консолях и карманных компьютерах. Это версия на SNES. И в этой я должна превратить леммингов в блокираторы, чтобы они не падали с платформ. И когда вы думаете, что все идет гладко, а на данный момент это не совсем так. Но теперь я сделала это блокирующим. Вы можете нажать на это, и они выйдут в 5 раз быстрее. Что означает, что вы также можете проверить свое мастерство, потому что вам нужно много чего сделать. Быстрее. И я думаю, что потеряю здесь парочку. Вы можете менять различные навыки с помощью этих кнопок. Я вернусь к блокирующему там, иначе я буду скучать по нему. А на другом вы используете мышь. И я думаю, что они все отправятся туда домой. Последняя версия леммингов есть на Game Boy. И как вы можете видеть, это крошечные фоны и крошечные спрайты. Но все это работает и играется так же хорошо, как и всегда. Маленькие, может быть, и красивы, но это самые современные лемминги. Игра точно такая же, но это версия Apple Macintosh с замечательной графикой и оцифрованным звуком. На этом уровне, в то время как Violet использовала блокираторы, чтобы остановить движение леммингов, я собираюсь использовать блокиратор и превратить его в бомбардировщика, выбрав взрыв из нижнего набора задач здесь. А затем, после обратного отсчета, он проделает там дыру в полу, и все лемминги смогут пройти через нее. Я выберу другого блокирующего и расположу его прямо у этой стены, а затем дам ему задание быть еще и бомбардировщиком. А затем, надеюсь, он проделает дыру в этой стене, и все лемминги благополучно отправятся домой в бухту. По крайней мере, такова теория. Если вы хотите попробовать это сами, все подробности о различных форматах Lemmings находятся в конце программы в разделе Data Blast. Наш главный обзор на этой неделе — Echo the Dolphin на Mega Drive. Echo была счастливым и беззаботным дельфином до тех пор, пока таинственный вихрь не вырвал все живое из моря. Теперь он должен плавать вокруг, найти своих друзей и спасти подводный мир. Вот и Алек. Это действительно необычная игра. Я никогда раньше не видел ничего подобного. Здорово видеть свежую идею на рынке. Echo также может использовать свой гидролокатор для общения с обитателями моря. Некоторые головоломки очень сложны. Этот мир, очевидно, не сильно поможет в поиске моей капсулы, которая на случай, если вы не знали, представляет собой стадо дельфинов. В этой игре есть чем заняться. В кристалле есть ключ, который, когда вы прикасаетесь к нему, дает вам магическую силу открывать разные двери. Вы также должны обзавестись воздушными карманами. Поскольку вы млекопитающее, вам легко не хватает воздуха. Вы также можете использовать гидролокатор, чтобы вывести эту карту на экран. Здесь показаны все уровни. Всегда следите за сыпучими камнями и ракушками, они могут пригодиться. Что мне нужно сделать, так это с этим снарядом. Он прижимается к первому камню, а затем балансирует у меня на носу, и я могу пролезть.
На этом уровне полно злодеев. Эти рыбы-куколки, вам нужно ударить их головой, и тогда вы сможете пройти мимо них. Эко это быстро, весело и очень затягивает. Я дал этой рыбе 4 оценки и определенно купился на нее. Ее хватит на целую вечность. Это действительно великолепно. Мне нравится тот факт, что вы должны разгадать тайну. Это действительно блестящая игра. Все в восторге от этой игры, потому что мне она не очень понравилась. Графика хорошая, и это хорошая оригинальная идея, но они не заставили меня долго интересоваться. Вот и окончательные оценки за Echo the Dolphin. Мальчики поставили ему отличную оценку 4 из 5, а девочкам понравилось так же сильно, они поставили ему 4 балла из 5. С Новым годом, слизистый бесплодный. Я надеюсь, что вы хорошо провели время и получили все обертки, которые хотели. У меня много-много открыток, и вот она. Большое вам спасибо, Дэниел Чампфорд, Джиллиан. В любом случае, продолжайте с мошенничеством 1993 года. Теперь это для игры под названием Swift на Amiga. Все, что вам нужно сделать, это поставить игру на паузу, затем ввести NC-1701, затем снять паузу с игры, и у вас будет бесконечное количество жизней. Тогда хорошо. Нет, это не очень хороший чит, но у меня болит голова. Сделайте потише. Убирайтесь прочь. Компьютеры и спецэффекты — это то, что у вас обычно ассоциируется с фильмами и киноэкраном. Но на самом деле некоторые из лучших эффектов в мире вообще не на большом экране. Это рекламный ролик. В нем используется самая современная трехмерная графика. И он был сделан не в Голливуде, а в Лондоне в компании Moving Picture Company. Гаррет Эдвардс, дизайнер, объясняет, как это делается. Это живое действие после того, как оно было перенесено с пленки на видео. Так с чего же вы, собственно, начинаете, когда у вас есть кадры живого действия на экране вашего компьютера? Как только я помещу эту картинку в память компьютера, я смогу оцифровать или проследить линию компьютерной графики вокруг силуэта персонажа вот так. И пока я заканчиваю рисовать точку в точку, я могу сообщить компьютеру, что объект находится именно там, и он его запомнит. Верно. Это похоже на то самое первое место, где мы начинаем с преобразования двумерного изображения в трехмерный объект. Теперь я могу приказать компьютеру перейти в режим анимации и воспроизвести для меня кадры, которые я оцифровал в память компьютера. Как только я это сделаю, как только у меня будет силуэт объекта и приблизительное положение рук, я действительно смогу продолжить и начать усложнять. Что на самом деле означает выполнение всех изгибающихся элементов? Что и есть? Это сложно. Все усложняется. Используя функцию, называемую шейдерным шаром, Гаррет может начать наносить затенение на графику. Затем он добавляет надписи и немного текстуры до тех пор, пока не получит нужный вид. Мы складываем их вместе, получаем именно такой эффект. Теперь вы можете видеть отражение на поверхности. Отражение этой поверхности создано с помощью этого рисунка. Почему на экране изображен дом с привидением? Подойдет почти все, что угодно, лишь бы оно было правильного вида. Потому что оно движется по кругу. Это верно. На самом деле вы этого не заметите. Сколько времени вам двоим потребовалось, чтобы создать эту последовательность? Хотите верьте, хотите нет, 7 недель. Сколько на самом деле анимации на экране? Около 20 секунд. Когда Гаррет заканчивает создание трехмерной компьютерной графической версии обертки от печенья, вся эта информация передается на другой компьютер, называемый Гарри. Им управляет Пол. То, что в основном делает компьютер Гарри. Это объединяет реальных людей и компьютерную графику и делает все это похожим, ну, реальным, если хотите. С чего вы начнете? Это чистый фон в том виде, в каком он был снят. Вот так. Поэтому прежде всего нам нужно применить компьютерную графику, чтобы убедиться, что она подойдет. Если Гаррет правильно понял свою докторскую точку, то так и должно быть, а не так. Совершенно верно. Так что там мы можем видеть компьютерную графику в сочетании с фоном живого действия. Теперь первое, что мы можем видеть, это то, что она выглядит приклеенной, она выглядит очень-очень четкой. Поэтому нам нужно ее смягчить. Нам также нужно немного изменить цветовую гамму, просто чтобы она больше сидела на этом месте. Чтобы избавиться от рычагов, мы помещаем ее в область экрана, называемую коробкой для рисования, которая позволяет нам фактически рисовать на экране. Итак, кадр за кадром мы должны вырезать участки изображения, а затем приклеить их к той области изображения, где находятся руки, что позволяет нам удалить руки. Машина Гарри — это та, которая добавляет все последние штрихи. Та, которая мне нравится больше всего, называется Motion Blur. Получите это. Способ, которым мы делаем размытие в движении, заключается в том, что мы снова помещаем его в коробку для рисования и используя функцию, называемую «вырезать и вставить». Вырезаем небольшую область изображения, и использование этого как инструмента позволяет нам фактически размазать изображение под ним.
Мы можем имитировать это на реальной компьютерной графике, чтобы придать ей еще немного реализма. Так что теперь вы знаете обо всей тяжелой работе и компьютерной магии, которая уходит на создание всего одного рекламного ролика. Теперь это сделано, все, что нам нужно сделать, это сидеть сложа руки и наслаждаться готовым продуктом. А я, возможно, съем бисквит кто-нибудь. Если у вас есть домашний компьютер, то есть несколько графических пакетов, которые позволят вам самостоятельно создавать трехмерные изображения и манипулировать ими. А теперь новости и предварительные просмотры на этой неделе. Если вы уже закончили Sonic 2, мужайтесь. На этой неделе мы увидели Sonic Tuesday Mark 2, когда были выпущены игровые коды Джинни для второго приключения Соника. Теперь вы можете настроить игру так, чтобы ставить перед собой новые задачи, или если у вас возникли проблемы. Вы можете вставить несколько блестящих читов, чтобы обойти сложные моменты. Введите N8AA2, чтобы начать Соника с 99 жизней. Или вы можете сделать Соника невидимым, набрав код ALTCA8N, что делает игру намного сложнее, потому что вы не можете его видеть. Но лучший эффект дает ракета на Соника, чтобы он со свистом пронесся по всем уровням. Теперь вы получите это, введя CBV2K2. Все 42 кода Sonic 2 Game Genie указаны с последней датой в конце шоу, и на следующей неделе мы создадим специальную функцию для читерских устройств. Так что следите за этим пространством. Вот предварительный просмотр фильма «Доктор Франкен 2», который скоро выйдет на Game Boy. Звезды по-прежнему являются творениями доброго доктора, Фрэнки и Битси. Но на этот раз у нашего героя проблема с электричеством. Он не может оплатить мегасчет, поэтому ему приходится охотиться изо всех сил, пытаясь найти деньги старого доктора Франкенбоуна. Действуйте, Фрэнки! Новогодние решения. Во-первых, не позволяйте Вайлет целовать вас, да. Во-вторых, меньше занимайтесь физическими упражнениями, да. Верно, глубокие технари. Это чит, который позволяет вам сразу перейти на второй уровень в Steel Empire на Mega Drive. Все, что вам нужно сделать, это удерживать нажатой клавишу B и продолжать нажимать пуск. Поехали, пролистываем все экраны опций. Подождите этого. Вот вы и на втором уровне. Потрясающе. Верно, я лучше продолжу свои новогодние обещания. Номер 3. Будьте повежливее с шипом в ежике. Да, хорошо. Номер 4. Не позволяйте Энди целовать вас. Да, это определенно ужасно. Не волнуйтесь сейчас, на это нет никаких шансов. Это новейший Mega Drive из Японии. Он называется Mega CD, и неудивительно, что программное обеспечение поставляется на компакт-дисках, которые вы вставляете точно так же, как вы это делаете со своим музыкальным центром дома, закрываете его, а затем вам нужно выбрать CD-ROM здесь. Нажать кнопку A, откинуться на спинку стула и наслаждаться замечательной графикой. Это Форсаж 3, и как вы можете видеть, качество графики совершенно невероятно. Это выглядит точно так же, как в аркадной игре. Потрясающая вещь. Игры Mega CD не будут работать быстрее, но они будут больше. И причина в том, что на компакт-диске вы можете получить гораздо больше информации, чем на стандартном консольном картридже. Например, компакт-диск мог бы легко справиться со всей этой информацией. Весь Оксфордский словарь английского языка. На самом деле, этот справляется. Все 20 томов. Еще лемминги. Это CD-телевизор, который по сути представляет собой Амиго, выкрашенную в черный цвет, с приводом для компакт-дисков. Вы также можете отдельно подключить привод для компакт-дисков к телевизору, чтобы таким образом воспроизводить свои CD-игры. По сути, он работает как очень мощный дисковод. Это симулятор полета, который разрабатывается для него. Фрактальные фоны поступают прямо с экрана. Кроме того, в настоящее время для него разрабатывается множество образовательных пакетов и игр. Но поскольку он поставляется с клавиатурой, мышью и дисководом для гибких дисков, вы можете играть в свои старые большие игры на нем, пока ждете. Это самое удобное в использовании интерактивная система компакт-дисков. Она называется CD Interactive, или вы можете сократить ее до CD, и она активно продается как полноценная система домашних развлечений. Теперь, поскольку вы можете получить так много информации на компакт-диске, когда дело доходит до игр, вы действительно можете воспользоваться этим средством. Это симулятор гольфа. Я нахожусь на первой мишени, готов нанести свой первый удар, но я смотрю не в ту сторону. Поэтому я передвину эту маленькую штуку с курсором и расположусь так, чтобы выстрелить в середину форматора. А теперь смотрите, как движется парень. Теперь я решил, с какой позиции я хочу стрелять. Посмотрите на это. Это как настоящий парень. Я уже выбрал клуб, который хочу, так что теперь мне просто нужно дать ему правильный хороший пояс, и он должен пройти прямо посередине. На этом диске около 50 фотографий на выбор, так что куда бы ни приземлился мой мяч, к сожалению, в воду. Компакт-диск сможет выбрать его и показать мне, куда именно я попал. Из всех форматов я думаю, что эта игра в гольф, наверное, одна из лучших. Вокруг есть и другие игры. Но аппаратное обеспечение в области компакт-диска замечательное, но я думаю, было бы справедливо сказать, что программное обеспечение еще не догнало нас по-настоящему. Вы
также можете воспроизводить на нем свои музыкальные компакт-диски. А вскоре сможете получать телевизоры и фильмы также на компакт-дисках. И вся система CD совместима с системой Codec Photo CD, которая позволяет вам помещать ваши семейные снимки на компакт-диск где-нибудь вроде ботинок. В конце концов, производители надеются, сможете ли вы удержать это второе место. Они надеются, что вместо компьютера, консоли, библиотеки, полной книг, старой коробки из-под обуви, полной снимков и проигрывателя компакт-дисков, у вас будет одно из этих. Это портативный компакт-диск и компьютер. Это диск Monozone. И хотя он не может делать все то, что умеет его брат, он добивается своего, и он портативный. А теперь еще несколько обзоров игр. Magical Quest — это еще одна игра с Микки Маусом в главной роли. На этот раз он идет по горячим следам своего пропавшего товарища Плутона, которого похитил злой император Пит, и я думаю, вы согласитесь, что это довольно крутое имя для императора. Вот Кэтрин. Это прекрасная игра. В нее легко играть и очень весело. Вы находитесь в заколдованном мире, так что могут произойти самые необычные вещи. Если вы возьмете эти золотые заговоры, вы сможете вращать их, а затем получить монеты под ними. Если вы возьмете этот блок, а затем бросите его в сундук с сокровищами, под ним будет куча монет. Если вы попадете в помидор, он может защитить вас от шипов, так что вам просто нужно идти так быстро, как летит помидор. Это конец босса уровня. Он стреляет в этих младенцев, и вы должны попытаться убить их. И если вы сможете вращать их так же хорошо, и если вы будете вращать их, вы сможете получить дополнительные очки. Если Микки переоденется в другие костюмы, он получит дополнительные магические силы. Я люблю эту игру, она так же хороша, как и Замок Иллюзий. В этом нет ничего особенного, это довольно забавно, но в этом нет ничего оригинального. Я небольшая поклонница этого фильма. Это не очень интересно, это всего лишь среднестатистическая платформенная игра. А что касается баллов за магический квест, то мальчики дали ему средний балл 3 из 5, но девочкам он понравился немного больше, и они поставили ему 4 балла из 5. После всего этого заметного потребления на Рождество, вот новая игра по цене $7.99. Крысы Галактические Воины, которые на самом деле больше похожи на глобусы Галактических Воинов, на мой взгляд, должны найти и уничтожить компьютер, который должен взорвать их мир. Она, вот Мэтью, он им поможет. Эта игра быстрая и полна злодеев. Много оружия на выбор, если у вас достаточно денег. И в игровом процессе есть несколько действительно хороших штрихов. Это очень хорошо выглядящая игровая часть. Хотя музыка немного плоховата, звуковые эффекты отличные. Она замедляется только тогда, когда действие очень насыщено. Но я просто вхожу в эту дверь. Вы можете получать кредиты, когда убиваете врагов. И вы можете использовать их для покупки оружия, боеприпасов, охлаждающей жидкости, которые уменьшают урон от врагов или орбит, которые следуют за вами, и мощности вашего огня. Как вы можете видеть, вы действительно не можете позволить себе надолго прекращать стрельбу. Я думаю, что эта игра представляет большую ценность и настоящий вызов, но если вам не нравятся быстрые стрелялки, то она определенно не для вас. Мне это нравится. Это играбельная, красиво выглядящая игра с отличным дауном, и это наша игра. Это не мой тип игры. Как только вы выходите со своей базы, вас стреляют. Я не вижу ничего привлекательного в подобных играх. А оценки за галактическую крысу воина, мальчики дали ей 3 балла из 5. И девочки тоже подумали, что это средняя игра. Они дали ей 3 балла из 5. Вот несколько кодов уровней для Space Harrier на игровом снаряжении. Хорошо, я собираюсь попробовать 9-й уровень. Я надеюсь, что вы приготовили свои байросы и присоединяйтесь к ним. 9-й уровень. Правильно. B, F, C, H. 9-й уровень. Это работает. А, телепортируйте меня наверх, Струти. Живите долго и процветайте нам. Если вы хотите записать взрыв данных, установите свой видеомагнитофон прямо сейчас. Конкурс на прошлой неделе состоял в том, чтобы выиграть множество копий нового видео «Возьми это и веселись». И теперь имена победителей появляются в нижней части экрана. Поздравляю вас. Вопрос конкурса, который вы, наверное, помните, звучал так, как назывались две группы, в которых мальчики играли до того, как образовали TXZ. И ответом был милейший раш и уличный ритм. Приз конкурса на этой неделе – выиграть 5 экземпляров леммингов. И вопрос в том, являются ли лемминги разновидностью крысы, разновидностью морской свинки или разновидностью белки. Пришлите свой ответ на открытке или заклеенном конверте по обычному адресу. Пожалуйста, Марк должен связаться с нами не позднее следующего понедельника. И не забудьте сообщить нам, в каком формате вы хотели бы видеть леммингов. Надеюсь, вам понравилась программа. Увидимся на следующей неделе в это же время. Будьте осторожны, до свидания.